Качалка на пружинах, качели с подвесом, карусели, песочный дворик. В микрорайоне Подрезково появилась новая детская площадка, которая сразу стала центром притяжения жителей. Игровое пространство обустроили по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Теперь здесь всегда звучит детский смех. Данная детская игровая площадка площадью 450 квадратных метров. При ее планировании мы учитывали все пожелания жителей. Мы учитывали, как расположить каждый детский игровой элемент и какого вида он будет. Также во дворе была благоустроена территория, мы заменили асфальтовое покрытие. На праздничном открытии площадки активисты молодой гвардии партии «Единая Россия» подготовили для юных посетителей веселые игры. Одна из них – музыкальная. Ребята дружно и с удовольствием подпевали известным хитам. Для жителей микрорайона открытие площадки – событие значимое. Каждый день здесь проводят время мамы с малышами, школьники всех возрастов. Екатерина Сердитых рассказала, как территория выглядела до преображения. Раньше здесь достаточно скромно было, несколько качелек, горка. Сейчас масштабы впечатляют, очень все круто, детям есть где развернуться, побегать, попрыгать, полазать. Теперь на площадке время проводят не только дети младшего возраста, но и подростки. Алисе Плотниковой 13 лет. Она поделилась впечатлениями о новом игровом пространстве. Часто ломалась карусель, было не очень интересно, было в основном для маленьких детей. А сейчас площадка выглядит явно лучше, ну, для детей старше. Как старше подходит, так и младше. Часто после школы мы с одноклассниками сюда приходим, очень любим здесь играть. В этом году в Химках обновляют 78 детских и спортивных площадок. Из них 61 устанавливают в рамках программы комплексного благоустройства дворов, 14 по программе модернизации, 3 больших игровых комплекса по губернаторской программе. Все для комфорта, обучения и развития юных химчан. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.